Алло. Итак, именем Абдулова я приговариваю к тебя к смерти, масленок ссаный, блядь. Приговор привести в исполнение, блядь, в скором времени. Да. Да? Алло, да, добрый день. Добрый. Александр Абдулов. А вы куда звоните? Быстро отвечай. Вы куда звоните? То ебало известно, все данные известны, блядь, адрес родителей известен, все пизда нахуй, блядь, тебе, сука, блядь, недоношенная, блядь, сука, блядь, мы тебя вечно будем Алло. Алло, да, добрый день. Здравствуйте. Алло. Да-да. Александр Абдулов. Так, одну минуту. Вы кому звоните, скажите, пожалуйста. То ебало алло. Известно, все данные известны, блядь, адрес родителей известен, все пизда нахуй, блядь, тебе, сука, блядь, недоношенная, блядь, сука, блядь, мы тебя вечно будем преследовать, блядь, мы будем искать тебя, сука. Вы, мы даже если, блядь, 10 лет на это уйдет, сука, нам похуй, блядь, правильно, сука, мужчина. Блядь. Вы звоните не туда. Алло. Понимаете, вам дали неправильный номер. Мы не имеем отношения к Александру Абдулову. Мы совершенно другие люди, просто однофамильцы. Не верю. Ну, я не знаю, поверьте, уж придется как-то поверить. Никакого отношения нет, к Александру нет. Абдулову. Вы не первые так звоните. Еще при его жизни звонила девушка. Алло, да, добрый. Здравствуйте. Мы не имеем никакого отношения к Александру Абдулову. Моего мужа зовут Анатолий Абдулов, понимаете, но мы не родственники. Да. Мы никакого отношения к этой семье не имеем. Абсолютно. Мы обычные, простые люди. Ладно. Мне очень жаль, что вас ввели в заблуждение, понимаете? Мы всех находим, блядь. Нет человека, которого еще не нашли мы. Разве что Кирича, но его три нет, года я понимаю ваше негодование, понимаете, понимаю. Но, к сожалению, мы однофамильцы. У нас, блядь, целые спецслужбы тут. Я все прекрасно могу понять, но вы поверьте, не туда вы звоните. Не верю. Ну, я ничем не могу помочь. Вы можете звонить, пожалуйста, но мы не имеем отношения к этим людям. К Александру Абдулову, ни к покойному известному актеру, ни к каким другим. Ну и хорошо, хули. Пожалуйста, ничем, к сожалению, помочь не могу. Я вам не могу запретить звонить, это ваше право. Но, к сожалению, мы вам ничем не поможем. Мы не те люди, которых вы ищете. Да? Ну, на самом деле. Да. Понимаете, был уже случай у нас однажды, нам звонили на этот же номер. Женщина звонила, спрашивала Александра Абдулова, еще он был жив. Это было что? Ну, крайний, вот единственный раз. И второй раз звоните вы, я знаю ваш голос, вы звоните уже второй раз. Один раз вы меня разбудили рано утром. Ну, но да. Мы обычные, простые люди, не имеющие отношения никакого ни к Александру Абдулову, ни к актерам, ни с какой фамилией. Просто моего мужа инициалы тоже на букву А, понимаете? Но, ну и хорошо, хули. Но, к сожалению, люди, которые вам дали этот номер, ошиблись, понимаете? Нет, нет. Ну, к сожалению, это так.
Вы, конечно, можете звонить нам сколько угодно, спрашивать Александра Абдулова и его родственников, но их здесь нет, никогда не бывало. Это самый обычный дом, самый простой. В нем он никогда не мог жить. Он приехал в Москву и уже был известным актером. Понимаете, он в этом микропежном доме никогда бы не жил. Никогда. Ладно, иди нахуй. Ну, пожалуйста, вместе с вами только. Я вас очень прошу, я с вами спокойно разговариваю, несмотря на вашу агрессию. Почему вы мне разговариваете со мной на этом языке, я не знаю, чем я заслужила. Тем, что я одна фамилица этого актера. Хотел бы сказать по поводу вашего сына. Вы знаете, чем он в интернете занимается? У меня нет сына, поймите правильно, у меня нет сына. Я, короче, администратор сайта, который постоянно атакует, размещает порно на нем. Детское порно угрожает, тысячи фейков создает, он всех достал уже. Это страшно, не дай Боже такое, но я, понимаете, вот так Бог распорядился, у меня нет сыновей. Я вам сам звонить буду каждый день, если вы своему сыну не отключите интернет. Вам это непонятно? Я вам буду звонить каждый день, пока вы не сдадите в дурдом, вы не отключите интернет. Или вам это непонятно? Нет сыновей, поймите, у меня... 10 человек вам будет звонить каждый день с просьбой посадить в психушку вашего сына. Или нормально колесами накачать конкретно. Ну хорошо, больше гадости не писал. Домой, пусть убедят, уважаемым людям на канале. Нет сыновей. Ну нет, я не просто сыновей, так вам понимаете? Звоню, извините, я не просто мечтал так звоню. У меня нет сына, но у него нет сыновей, у него дочери. Нет у нас сыновей, поймите правильно, вам неправильно дали телефон. Вы звоните и агрессию свою выливаете не на того человека. Вы боретесь не с теми людьми, мне даже страшно становится, потому что вы по ошибке можете навредить действительно моей семье. Но ему ни в чем не виноват, у нас нет сына. И дочери у нас нет имени Александра, понимаете? Ну, я вам клянусь, Богом клянусь, нет у меня сына. Две дочки у меня, сыновей нет. Алло, сука, меня слышно, сука? Вы меня слышите, мужчина? Вы меня слышите? Услышьте меня, у меня нет сына. Да? Нет сына, ну вот нет, не так Богом угодно было, что у меня нет сына. И что теперь-то, а? Господи, ну я не знаю, как вам еще объяснить. Давайте я вам, может быть, чем-то могу помочь. Кого вы ищете, скажите? Может быть, это кто-то рядом с нашей квартирой находится? Нет, нет. Может быть, кто-то к нашему интернету, ну, вряд ли, я не знаю. Я понимаю, что телефон сейчас найти любого человека мой нет телефон проблем. 7-9 телефонный адрес 15-165-67-62. Если у вас такой доступ к открытой к информации, но убедитесь, что у нас 7-9-15-165-67-62. Еще раз, что вы говорите? Вы называете какие-то цифры? Мой телефон 7-9-15-165-67-62. Что это за цифры? Это что, номер телефона чей-то? Ой, пасть закрой, ублюдок, недоносок. Я не понимаю, о чем вы говорите. Что это за цифры вы назвали? Какая это провайдер выдает весь твой трафик и может посмотреть весь твой трафик. Если трафик сохранен, Интернет-трафик? То есть это уже в суд спокойно к ментам я могу идти сейчас, да? И тебе 3 года, блядь, впаивают, блядь, в лучшем случае условно, так, это как скажите мне, пожалуйста, только я не понимаю ваш язык нормальным русским языком, мне объясните, что я должна проверить? Вот у меня нет сына, дочери у меня тоже сейчас уехали, они на каникулах, не находятся в Москве. Интернетом я пользовалась, да не пользовалась я интернетом вообще, за прошедшую неделю вообще не пользовалась. Я не просто так вам звоню, извините. Да я понимаю, что у вас какая-то обида, горечь, и вы хотите кому вот наказать. Я понимаю это. Но поймите, вы звоните не в ту семью. Я сейчас тебе приеду нахуй в деревню, блядь, у меня по делу разговор, давай быстро. В какую деревню?
Я сказал горбатый, блядь, сука. Наверное, я обращусь в милицию, когда вы еще раз позвоните. Я таких маслят борзых вообще не встречал. Потому что вы хотите наказать не того человека. Вы влезаете не в тварь, я всех, наверное, каждого, кто с тобой связан, блядь, пока не тебя, но они будут отвечать. Какой-то кошмар. Чего ты там пиздишь, чего? Что вы хотите от нас? Алло, сука, меня слышно, сука? Наверное, вы нездоровы. Я могла бы перейти на ваш язык. Блять, сука, блять, иди просрись там, может, нахуй, сука, сначала жирная мразь, блять, там. Ты, блядь, пожалеешь, мне на весь мир все узнают, мразь. Еще как, раз. Сука, иметь дело с полуверой, сука, блядь. Мы ни одного, блядь, коммента не опускаем, даже караем за это. А тебя, мразь, тупой, сука, блядь. Ты ублюдок, сука, блядь. Да в конце концов, если у тебя, идиот, есть мозги, ты поймешь, что с тобой бы виновный не разговаривал столько времени. А ты читаешь Бибаран, ты насрёдок читаешь Бибаран. И трубку бы бросил, и номер сменил. А ты, идиот, без остановки тарахтишь. А труп, я тебе скажу по секрету, есть один в Абдулавере уже. Но я не буду говорить, естественно, кто. Реальный труп. Ёлки-палки, мы не имеем к этому никакого отношения, поймите. Нет у нас сына, нет сына. Понимаете? Нет. Ни маленького, ни большого, никакого. Никогда не было у нас сына. Ищите виновного в другом месте, ищите. Один, нахуй. Я про тебя все сознаю. Просто какой-то дебил-сосед, может, тебе там помогает из жалости. Потому что не надо мне дальше это заливать. Ой, Господи. Вашему сыну звоним, его друзья. Блин. Ну, позвоните лет через два. Мамаша твои ноги переломают, когда на работу пойдет. Вот тогда узнаешь, блядь. Когда машина, блядь, собьет, нахуй, тебя, нахуй. Сука, когда ты узнаешь, блядь? Ну и что мне делать? Записать наш разговор? Александр Абдулов. Да? Ну я сейчас прям позвоню в милицию. Но вы же мне угрожаете, да? Ни за что, ни про что. Я же никакого отношения. Давай, блядь, не имею. Давай, блядь, дождусь, как ты выйдешь, ебануть тебя нахуй, блядь. Ну вот видите. Ну о чем можно разговаривать? Твое ебало известно, все данные известны, блядь, адрес родителей известен. Все пизда нахуй, блядь, тебе, сука, блядь, недоношенная, блядь, сука, блядь, мы тебя вечно будем преследовать, блядь, мы будем искать. Компания «Сканул», здравствуйте, Мария, чем могу вам? Алло, да, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Алло. Вы меня слышите? Да. Да. Я вас слушаю. Блять, консервы съедобные, сука, кошачьи. Уточните, пожалуйста, вы хотите сделать заказ? Нет, нет. Хватит узнать, есть ли в наличии товар. Я вас правильно поняла? Да. Да. Минуту, пожалуйста. Не верю. Не верю. Спасибо за ожидание. В наличии корм для кошек Вискас в ассортименте 85 грамм по цене 20 рублей 10 копеек.
Также по наличии в железной банке 400 грамм корма для кошек Вискас в ассортименте 87 рублей. Нет. У вас какой-то конкретный корм интересует? Эти консервы, блядь, собачьи, да? Минуту, пожалуйста. Большое спасибо за ожидание. В настоящий момент для собак только сухой корм. Питание слоновина. К сожалению, нет в наличии. Сосиски. В наличии корм для собак сухой с курицей. Также предоставлен для разных пород собак. Вам для какой породы необходим? Масленок. Мария, чем я могу вам помочь? Алло, да, добрый день. Вы меня слышите? Здравствуйте. Алло. Вы меня слышите? Алло. Вы меня слышите? К сожалению, вас не было слышно. Пожалуйста, перезвоните два дня. Возможно, связь наладится. Да. Компания «Тканос», здравствуйте, Илья Чернов. Алло. Да, я слушаю вас. Хотел бы сказать по поводу вашего... Еще раз, пожалуйста. Алло, да, добрый день. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Блять, консервы съедобные, сука, кошачьи. Что еще раз? Вам не понравилось поведение нашего курьера? Эти консервы, блять, собачьи, да? Что вы имеете в виду? Какие консервы вас интересуют? Блять, консервы съедобные, сука, кошачьи. Выражайтесь, пожалуйста, корректно, или я буду вынужден прервать соединение. Да. Ладно. У вас есть еще ко мне какие-либо другие вопросы? Да. Я слушаю вас. Питание слоновина. Еще раз, пожалуйста. Сосиски. К сожалению, вас не было слышно. Перезвоните, пожалуйста. Так, мы будем каждый день звонить. Потом адрес пробьем еще так. Шабдо. Компания «Тканос», здравствуйте, Илья, чем могу вам помочь? Я тебе покушать принес, да нет. К сожалению, вы выражались некорректно, я буду вынужден прервать соединение. Всего доброго, до свидания. Компания «Тканос», соединение, здравствуйте, чем могу вам помочь? Меня слышите? Блять, консервы съедобные, сука, кошачьи. Уточните, пожалуйста, вы хотели бы оформить заказ? Да. Вы меня слышите? В таком случае, пожалуйста, оставайтесь на линии, я передам ваш звонок, слушаю прием заказа по телефону.
На данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам обязательно... Здравствуйте, служба, прием заказ по телефону, Евгений, слушаю вас. Ёбаный, зря смеешься, ублюдок, не до... Пожалуйста, выражайтесь корректнее. Ты как сервисы, блядь, собачьи, да? Номер карты назовите, пожалуйста. Питание слоновина. Номер карты назовите, пожалуйста. Вы меня слышите? Скажите, просто меня слышите? Да. К сожалению. Да. Номер карты назовите, пожалуйста. Вы зарегистрированы на нашем сайте? Да. Скажите, что зарегистрированы на нашем сайте. Номер карты назовите, пожалуйста. Я слышу номер карты. Подождите, пожалуйста, меня слышите? Что? Пожалуйста, перезвоните позднее. Возможно, связь наладится. Всего доброго, до свидания. Чего?